даже 2 метра довольно, привяжи. Пойти и назначить. Так сюда и приведу, пусть, блядь, принимает администрация, начинает руководство. У меня там все друзья, знакомые, родственники, на город Докучаевск, Донецк. В основном там интеллигенция. Я тогда рассчитывал, мои там дети будут жить, учиться. Но потом это был разрыв всего. И, ну, так вот это мое было мнение. То есть надо, все, что мы, ну, как, в жизни попланировали, было связано с Донецком. После этих мамадальных событий и после Первой войны, ну, просто отрезали. А в школу ходили, в школу работали? Ну, то есть, как вы думаете, я буду относиться к этому? Вы дыры проклятые! Ой! Давай, потом поменяем, ставим маму.